Рыба по такому рецепту получается нежная и мягкая, так как она тушится в томатном соусе и им же пропитывается. Максимум вкуса и пользы от такого способа приготовления. Здравствуйте, мои дорогие! В этом видео я приготовлю очень вкусную рыбу хэк в томатном соусе. Для этого я буду использовать такие ингредиенты. Хэк свежемороженый 4 штуки. Репчатый лук 2 штуки среднего размера. Морковь 1 штука большая. Мука для панировки. Подсолнечное масло для жарки. Соль и черный перец молотый по вкусу. Томатная паста 6 столовых ложек с горкой. Вода 200 мл. С рыбы удаляю внутренности и плавники. Мою под проточной водой и вынимаю черную пленку. Помытую рыбу я просушила бумажным полотенцем. Теперь приступаю к нарезанию ее на порционные кусочки. Приблизительной толщиной 2 сантиметра. Рыбу солю и перемешиваю. Рыбу отставляю в сторону и приступаю к приготовлению соуса. Лук нарезаю на мелкие кусочки. Морковь натираю на крупной терке. На разогретую сковородку выливаю подсолнечное масло. Нарезанный лук отправляю в сковородку. Обжариваю лук до полупрозрачности. Натертую морковь отправляю в сковородку к уже поджаренному луку. В обжаренный лук с морковкой добавляю томатную пасту. Воду. Солю. Перчу по вкусу. Накрываю крышкой и даю протушиться 5 минут. Соус готов. Снимаю его с плиты и даю немного остыть. Запекать рыбу в духовке я буду вот такой вот форме с высоким бортиком. Смазываю ее подсолнечным маслом. Каждый кусочек рыбы обволакиваю в муке и выкладываю на дно формы. Немного остывший соус пересыпаю в емкость и измельчаю погружным блендером до однородной массы. Вот такой вот соус у меня получился. И заливаю этим соусом рыбу, разравнивая его по всей поверхности рыбы. Накрываю форму фольгой и отправляю рыбу запекаться в духовке, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.
кек получился очень вкусным и сочным. Это все благодаря соусу. Рыбу подаем как отдельное блюдо. А соус, который остался после запекания, можно использовать как подливу к гарниру. Приятного всем аппетита! Не забывайте подписываться на мой кулинарный канал «Вкусно с Ксюшей». Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Пока!